Царю небесный, утешитель души сильный, и же бездесный, и вся исполняет сокровище благих, и жизни подателю, приди вселиться в ны, и очисти ны от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Ну что ж, давайте потолкуем. Вот как-то в эти дни пришлось мне много слышать, и очень такая довольно, ну, горько-печальная такая картина, что поистине весь мир на волоске висит от страшной военной катастрофы. Много пришлось слышать, и очень серьезных, это не каких-то таких, значит, это толкования, вот поговорили, грубо говоря, побазарили, и все. Нет, опасность войны действительно на волоске. Вот. И, а вот бывает печально слышать и смотреть. Человек живет, как будто бы ничего нет, не будет. Нет, будет. Обязательно будет. И вот скажу, что это не только вот сейчас, а и во все времена, и особенно у нас на Руси. Сколько раз милость Божия, покров Божией Матери защищали землю русскую, вот, за то, что люди изменялись к лучшему. Когда изменялись, становились другими людьми, особенно сейчас, и очень много враги делают, развращают народ, а это самая страшная и опаснейшая причина для войны и для врагов. Если люди развращаются, живут распутно, наказание, хорошо запомните, я хочу, ну что сделать, неизбежно. Не избежать невозможно это. И никакие ракеты, никакие вооружения ничего не помогут. Слово Божие четко, ясно говорит. Аще не Господь сохранит град, напрасно трудится. Защитники, там, воины, ракетчики, все прочее, ничего не поможет. Самое главное – победа над врагом, нашим вот видимым, земным, да? Это когда люди становятся другими, понимают, к Богу обращаются, молятся, посты соблюдают, сколько мы знаем, когда враги прям уже вот все захватили. Люди изменились, впали слезные покаяния, раскаяние своих грехов, и вдруг на врагов напал неожиданный какой-то ужас. Они бежали, все бросали, все свое оружие бросали и бежали. Им представлялось, как будто над них идет полчище. Какое? Это многократно вы можете, если интересно, вот это, о спасении этого вот Отечества. Это многократно, много можно услышать. Вот даже здесь вот Калужское, вот даже место, где ну, враги стояли уже, ну, прямо у стен, да,
и произошло такое страшное событие чудесное, когда на врагов напал ужас, они бежали. Бежали все, бросая все свои повозки, разные вооружения, все бросали. Им представилось, что на них движется какое-то страшное, очень сильное ополчение. И это неоднократно. Это было и под Москвой, было в других местах. И забыть это для нас – это грех. Потому что бросить все, как будто бы ничего не было, или слушать сказки, как будто это было что-то такое, какое-то привидение или что-то тому подобное. Нет, никуда от истории, от этой, от события, которое реально происходило, не уйдешь. Даже были вот внутри. Такие междоусобицы, вы, может быть, даже помните в истории. Это было в Псковщине, да, когда просто междоусобица такая была, да. И вот от иконы Божией Матери, которая даже, сказать, вот враги, ну, единоверцы, да, а такие озлобленные вот на то, что вот, ну, вот, икону выставили Божьей Матери, которые были, сказать, в ограде, за стенами. Так они стреляли, и попалась и стрела в лик Божьей Матери. Тотчас на них напал страх, которые за стеной были, да, и уже город захватывали, да. И они бежали, они не могли остановиться, им представилось, что на них движется ополчение, смерть неизбежна. Ну, таких примеров можно много приводить. Вот. Я хочу еще и еще раз, вот в предыдущей беседе тоже говорил, я не мог просто, ну да и вообще-то сейчас такое время никому невозможно, если по-настоящему умолчать. Есть у нас это оружие, сильное оружие против врага, покаяние. Изменить категорично все. Вел распутный образ жизни. Прекратить. Все должно прекратиться. Это касается и мужчин, это касается и женщин. Вот. Что это такое? Было ли когда-нибудь, даже кому-нибудь во сне бы это снилось, чтобы по улицам города в таком бесстыжем, подлом, проклятом, наглом виде ходить полуголыми женщины? Но это вообще в истории даже не было никогда. Мы не говорим, что вот какой-то когда-то, когда-то было, вот повторилось. Этого никогда вообще не было. И вдруг это стало. Но вслед за этим мы видим и что с миром происходит, какие что ожидает нас. Если это не прекратится, если женщина даже хотя бы сколько здесь вас находится, будете вы благоразумно кому-то, своим ближним так вот говорить, даже какое-то, ну, число изменится, Господь продлит время для покаяния. Обязательно продлит. И другая очень важная сторона – это, ну, вот жизнь такая, что первое, что начинается страшное, да, это развращение малых детей. Ну, очень много вредного сделано в настоящее время для развращения детей. Вот при мне еще совсем недавно были мужские школы и женские. Отдельно обучались. Сейчас это сделали вместе. И все, особенно священнослужители, видят среди малых детей такое распутство. И после этого болезни всякие бывают, потому что когда совершается это в неполовозрелом возрасте, болезни неизбежны. Слышите, что вот говорится, я говорю, неизбежны. Об этом и врачи многие категорично говорят. Потому что если вот даже, ну, женщина, да, ну, пусть даже, сказать, более взрослые, а уж не говорим о малолетних,
если в чреве эта девочка маленькая зачала, а потом делают что-то такое, чтобы прекратить. У нее же весь организм, да вот до ноготочка. Я реально говорю, как врачи говорят, все изменяется, весь организм работает на то, чтобы родился плод. И вдруг прекращается какими-то способами. И возникает в организме какие-то диспропорции такие, и возникают болезни. Даже врачи не могут их как-то уловить. Это какое-то что-то такое получилось. Ну, например, ничего-ничего, и вдруг онкология. Ничего-ничего, еще какая-то болезнь, которая очень тяжелая, не знаешь откуда, как назвать ее. Вот. Потому что все в организме наоборот. Когда приходит времечко, когда особенно бывает, вступает в супружество, венчаются, стараются жить по-божески, не разводить, сколько сейчас разводов. Я вам скажу по своей памяти, да, еще после войны, когда все разрушено, колхозы, тяжелейшая жизнь, а разводов, я не знаю, я даже вот тут не припомню в своей памяти, чтобы разводы были. А почему? А потому что трудная жизнь, да? Развелись, мужику надо идти в колхоз, а с колхоза пришел, там обеда нету. Что делать? Самому готовить или что там делать? Женщина, там она осталась, один-два ребеночка, да? Да, тоже в колхоз надо идти, обязательно. Приходит, а там дров нету, там того нету, то, что должен делать мужчина. И делают, держат друг за дружкой, не распадаются. И все живут нормально, никаких там этих. Ну, по скандалю там что-то бывает, там немножечко там такие, знаете, это мелкие совершенно. А сейчас как будто это развелись, да и ладно. Да. А какой вред детям от этого? Вот я вам даже скажу, есть такая, слышали вы ее пословица, но она довольно уже стала старинная, несовременная как бы. Вот такое пословица. Наш пострел везде поспел. Слышите? О чем это говорит? Это говорит, что малышка, ребенок, он настолько становится сообразительным, что такое помочь в хозяйстве, тут побежать, быстренько сбегать, то пришел, сказал, все, и становится человеком развитым и крепким, и в хозяйстве что-то понимает, да, опытным становится, а этот пострел, какой там он пострел, сидит там у этого мобильника, ковыряется, его ничем не заставишь что-то такое сделать, он занят. Так, а еще другая сторона. Вот я вспоминаю, у девочки, вот любимая игра всегда была в дочке, в дочке матери. Вот такая любимая игра была. Если кто постарше, может вспомнить это. Вот, вот соберутся, а во что играть? В дочке матери. Куколок разных наделают, там еще наделают, да, еще, ой, моя тут дочка что-то такое плачет, она что-то заболела, начинает там, и вот так вот играют, играют, а ведь игра, она в самой природе у всех животных заложена, игра, это не какая-то простая вот так поиграли, нет, игра, это первый навык, когда любой котеночек, играет. Нет, он не просто играет. Он в этой игре научается быть ловким и поймать там мышку, и поймать еще что-то такое, да. Вот, вот эта игра. Чем она завершается? Это как наука какая, да. И все животные. Вот сначала, пока малышки, а взрослые смотрят, как они играют. Да. Видите, как? Так и здесь вот эти в дочке матери играют, а потом хорошими мамочками становятся, воспитывают детишек, да. Очень хорошо, и с любовью это делают, да.
Да, все, и порядочек, и за детишками уход. Ну, вот даже я сказал, там два примерчика такие. А такого даже сейчас я не услышу, поиграли дочки-матьки. Они что-то сидят все, и ребятки, и девчонки, и все, им все, там картинки посматривают, да, да еще там развращаются. Я хочу сказать, дорогие вот братья и сестры, приложить все усилия, чтобы самих себя изменить, стать другими, добрыми, хорошими, Божиими и братьями, и сестрами. Бог есть. Мы сидим, говорим, а Господь все слышит и желает всей своей божественной благости, всей своей любовью, чтобы мы изменились. Вот. А если не обратитесь и не будете, как у дети, не войдете в Царство Небесное, как дети, да. А вот как бы смотреть, в общем-то числе, вот таковых людей, они вот как дети, конечно, не по разуму, это и апостол говорит, да, не по разуму, а по незлобию, по доброте, как детишки, да, вот это подобает. Изменение требуется. Вот на той беседе я завершал. Будет у нас изменение? Давайте еще же говорите. Будет. Так. Ну, ты будешь меняться? Будешь? Уже меняюсь. Так. Ну, хорошо. Кашляндер, ты там будешь меняться? Ладно. Такой договор. Это необходимо. Если не будет изменения, будет наказание. Будет изменение, поверьте, сами проверите, будет изменение, и Господь сохранит Россию, потому что в России, как угодно, все знают во всем мире, вера православная, истинная, была, и пока, хотя даже вот такое тяжелое время распутничества, все-таки вера держится крепче, чем в других странах. Понятия о вере, вопросы веры должны разрешаться, ведь иногда слышишь, ну такие глупости, когда, ну я уже говорил, человек говорит, как я буду веровать? Столько на земном шаре вер, ну, чтобы верить мне какую-то там эти, южноамериканскую, где там разные веры. Я же должен язык изучить, а потом прям проработать, а потом это мне, может, не ту, пойду другую, опять языки. Ну что я могу, как мне, вот, мне невозможно выбрать веру. Вот. Другой говорит, был бы, если Бог, знаете, дети говорят, если бы Бог был, столько безобразия, как бы он ни наказал, да, он бы обязательно наказал, а вот не наказывает, значит, нету Бога, да. Ну, а Бог вот терпит эти миллионы людей, которые воры, вот, всякой нечистоплотной, скверной, уж я не могу слышать, прям откровенно говорю, ну, никак не могу вместить себя. Живой я, или где я нахожусь, или сон, издать такой закон, американский, официально, государственный, так называемое слово «голубые», я его не понимал, что это такое за слово, и не слыхали его. Это слышать такое, это ужасно. Ужасно, среди животных этого нет, а это человек официально издает закон. Да. И объявляют, что будут бороться за это, чтобы это было на всей земле. Да. Чем это кончится, скажите, пожалуйста. Ну. Вот в такое тяжелое время измениться. Измениться. И это будет отрадно. Ответ на многие вопросы веры легко-легко дается. Ну, скажите, почему Бог не наказывает? Ну, наказал бы, вон, отца великомученицы Варвары.
Ну и Варвары бы тоже не было. Ну, значит, Господь терпит. Что значит, еще есть Варвары. Вот есть, может, какой-то Варвары кое-какие сидят еще. Ну, также есть и среди мужского, вот это Господь терпит. Потому что один добрый, благоразумный, добросовестный человек дороже перед Богом, как пророк, по-моему, Осия говорит, что все прочее, такое множество хотя было бы людей, это всего как пена на море, на океане, которое ничего не стоит. Вот все эти безобразники и все эти, Господь из них только ждет, продолжает время, чтобы родились. И есть много, мы видим, вот есть какая-то другая вера, да? И вдруг приходит времечко, да? Человек понял, образумился, получил ответ убедительный в отношении веры православной, да? И принял крещение. И принял крещение, и постоянно еще больше убеждается, что только вера одна. Един Бог, едина вера, едино крещение, да? Вот. И каждый человек должен, может быть, вот сейчас мы беседуем, а может, какие-то вопросики-то есть, где-то кого-то еще, так сказать, смущают. Надо говорить, надо беседовать, надо разобраться хорошенечко и дать ответ, и себе, и другим дать ответ. Ну вот попробуйте, может быть, что-то такое найдется у нас, какой-то вопросик. А? Батюшка, что говорить, слабоверующим или неверующим? А? Батюшка. Погромче. А что говорить слабоверующим или неверующим, которые говорят, а вот Библию несколько раз переписывают. Ой, парни сюда, я. Что говорить слабоверующим или неверующим, которые говорят, что... Громче. А? Чтоб все слышали. Что говорить слабоверующим или неверующим, которые говорят, что Библию несколько раз переписывали и таким образом сеют сомнения? Что сомнения? Что испортили, что ли? Они говорят, что Библию несколько раз переписывали и сеют сомнения среди верующих. Что им говорить? А кто переписывал? Переводы, да, а? Декан на язык. Они говорят, что Библия недостоверна. Недостоверна при переводах, искажения. Да. Как можно в ваши книги верить? Нет. Вы, это такой разговор, и такие сейчас... сомнения, их нельзя иначе назвать, как детский лепет. Потому что вся история, она же, или то, что на Библии написано, она же исторически, документально подтверждается. Ну, скажите, когда Библия говорит, что был всемирный потоп, а ученые воздвигают вот такие фигуры, говорят, потопа не было. Было, уже говорят, был. Был. Это локальное какое-то наводнение. То есть вот территория Месопотамии там еще. Ну, слушайте. И потом... Вот наш постарец Нектарий, он вот занимался, помимо богословия, еще и вот наукой. Да. И говорит, ну вот одна из причин, допустим, доказать, на вершинах гор находят остатки этих вот, ну, морских там разных этих ракушек или тому подобных, да. Ну, как это, говорит? А ученые так говорят, а это ничего тут такого, ничего. Это, говорит, земля поднялась и подняла. Вот ответ. Ну, для кого это ответ? Для малышек, вот такие, которые могут говорить. Да. Или сказать, не было бы потопа, да, не было бы, то сейчас бы бегали динозавры там по улице. Ну, многие животные допотопные называют. Я вам скажу, мне пришлось в Москве, когда я работал, мне пришлось по делу, мол, там, там музей минералогический, то есть там остатки прямо написано языком-то тоже таким ученым,
допотопные останки. И это, знаете, громадное. Первое, что я, меня поразило, я в окно-то стучу так в дверь, так в окошко посматриваю, да, ну, смотрю, там стоит такая какая-то, ну, я думал, колонна какая-то стоит перед столбом. А когда вошел, гляну, это же это нога или две ноги, ну, я видел одно, динозавра. Наверху такая пасть, морда, да, зубы как колья такие, да, да. Это первое, это уже прям входишь, когда, да. А потом, сколько мне пришлось ходить, ну, по моей, по работе, да, сколько же я там их нагляделся, и везде надписи «допотопные». Зачем бы их называли «допотопные»? Да? Даже вот в таком плане, да. Ну, и потом же находят свидетельства. Свидетельства. Одни наши науки, ученые говорят, не было, не было. Ну, слушай, за глупость такая, да. Когда не было, когда вот они остатки лежат. Перед носом у тебя, нюхай, смотри или глази, что хочешь. Они были, лежат. Множество. Зайдите для свидетельства в этот музей. В Москве парк Горького, там как раз вот больница лечится напротив больницы. Это Елисеевская, где патриаршая, да? Вот. Там, ну, можно зайти посмотреть допотопных этих животных, да? Ну, на ответ на этот вопрос, ну, настолько, ну, это писать такие вещи, это явно просто рассчитывается на то, что от лица науки говорится вот так. Ты должен же, человек глупо, не это совершенно берет, доверяет этой науке. Ну, другой пример, еще скажу, читаю, как-то сидел, ну, мне пришлось, отец Кирилл, ну, духовник старец Лавр, я помощником у него был, он еще и казначей, ну, приходилось заниматься. Однажды какой-то вопрос я заходил, хотел спросил у него. Он был занят, говорит, посиди. Ну, я сижу, вот такой, это тумбочка, на тумбочке лежит журнал «Наука и религия». Ну, я думаю, дай-ка гляну так, открыл, где попал, где подкрылось. Читаю, о, какие же эти попы, какие же эти верующие, какие они бесстыдники, как они обманывают, окуривают опиумом народ. Вот, да. А настоящая наука, она обличает эту ложь. Да. И думаю, да и такие подобные еще слова. Ну так такую прям, ну слушать прям, знаете, ну невыносимо, да. Я не могу вместить это, ну что, после когда-то отец Кирилл кончил к батюшке, ну как это вот можно читать, да? Вот. Он говорит, ну да подожди, помолись там, там разберешься, помолись там какое-то времечко, да. А там что написано? Вот. Это что ложь, это религия, христианство, это ложь. И дальше пишется, вот, пожалуйста, что говорит наука. Берем, там так, вот в Евангелии написано, когда Христа распинали, тьма бысть по всей земле от часа шестого до часа девятого. Это слово помните точно. Вот. Говорит, видите, что написано? Конечно, видим. А это ложь. Наука настоящая доказала, проверила, что это было затмение солнца. Вот так. Ну, кто-то головой, по большей части, не соображаем мы. Да, много не думаем. А те, которые верят науке, все, наука вот сказала, смотрите, такое слово. И еще, чтобы точно, дабы наука проверила, что затмение прошло по где-то по Средней Азии, по какому месту, и там лежат два листочка, на которых иероглифами там что-то написано, ну, его может только, ну, расшифровка,
чтобы была тьма здесь. Да? Вот. Ну, неприятно вот так вот, так сказать, ходил. На душе так вот как неприятно. Потом вдруг вечером, что они написали? Какой ужас, да? Написать такие слова, это мог только сумасшедший или злодей. Или, а точнее сказать, он просто, ну просто не человек, который не знаешь, как его назвать. Ну, ведь они просто, ведь Христа-то распинали перед Пасхой Ветхозаветной. А Ветхозаветная Пасха по закону Священного Писания в Ветхом Завете всегда категорично бывает в полнолуние. Всегда. И поэтому наша Пасха после этого Ветхозаветной, а она бывает в полнолуние. А когда полнолуние, может ли быть затмение солнца? Этого никогда не может быть, потому что, ну, представим себе, да, ну, вот я кулак возьму, да, так, два, вот, кулак – это, значит, солнце, тут луна, вокруг луны еще вращается, ну, так сказать, вернее, земля, и вокруг нее луна, да, вот, допустим, вот оно солнце, Пасха бывает, когда полнолуние, вот лучи идут. Так, если вот с этой стороны, чтобы затмилось, да, то мы с своей стороны от Земли видим что? Темную сторону. Потому что свет от Солнца вот отсюда, а мы с этой стороны видим темную. Тогда только она затмевает. Но Пасха бывает полнолуние, значит, она на той стороне. Лучи проходят туда, и с этой стороны мы видим полную. И получается, написать такую глупость сумасшедшую, что и больше глупее, дурее не придумай. Да. И причем доказали, да, там было где-то еще затмение. Откуда оно там взялось? Полнолуние, затмение солнца быть не могло, а там написали было. Значит, чудо было. Ну, как иначе-то? Ну, и документики, да, как чудо бы было, затмение, это темнота. А ее не могло быть, потому что в это время затмение солнца не могло быть. Ну ты такие вот читаешь, как такие глупости. А кто-то запоминает, вот наука, и глубоко не думает. А наука, кто ее пишет? Или пишет вот это всемирный потоп. Его не было, там не было, как не было, когда там сами свидетельцы, многие ученые, именно благодаря своей работе вот над потопом становятся верующими. Отрицать этого невозможно. Да? И слышать такие слова, да. Ну, и потом Господь сказал строить ковчег, да. Ну, чтобы животных там собрать. А если потопа не было, ну, зачем бы Господу большой ковчег строить? Он сказал бы, переселитесь там, вон там, в Китай. И всю жизнь останетесь, побудете, потоп уйдет, тогда переселите. И никакого потопа не и звери были бы все целы, и люди были бы все целы, да. А тут надо было ковчег строить, потому что по всей земле потоп. Никуда не спасешь, сколько этих допотопных этих животных, я говорю, сам лично, говорю, мне пришлось вот пройти, причем по всем отделам, где вот эти вот были разные, так сказать, ну, допотопные вот этих животных, это, как сказать, наглядеться, это прям глазами своими, ну и другие вещи, ну, когда... А многие люди вот почитали, вот вы сами знаете, где-то даже какой-то интернет, где-то что-то говорят, явно говорят, но ложь или какую-то смуту, или еще что-то такое делают, да. Но это известно, даже ведется борьба
этим, даже какие-то программы, да, их блокируют или даже вообще запрещают. Вот находят эти люди, которые безобразничают. За это наказание. Да. Господь Бог попустил быть другим религиям. А нам повезло, мы родились в православии. А вот в других религиях тоже наверняка есть, ну, хорошие люди. Как они спасутся? Как они спасутся в другой вере? Люди из другой веры. Наверняка там есть хорошие люди. Вопрос спасения принадлежит только суду праведному Божию. Да. А то, что во всех народах никто не скажет на страшном суде, что скажет, а я не знал. Никто. Ни один человек. Все знают, получают знание истины. Откуда? В душе. Господь говорит, все стою у двери и стучу. Кто услышит глас мой, отворит дверь, войду к нему. Буду вечерять с ним и той со мною. Значит, во всякую душу Бог стучит. И никто не скажет, я не слышал, я не знал. Нет, ты не знал, но ты не хотел слушать и разобраться. Вот как мы сидим, немножечко разбираемся. Да. Почему это, говорит, Бога нету? Потому что если бы он был, то он бы всех вот этих бандитов наказал бы. А вот оказывается, нельзя. Если бы он наказал бы, то не было бы Варвар. Да. И других подобных святых. А Бог терпит. Одна Варвара дороже миллионов каких-то, бандюгов или мандишек. И Господь терпит, но стучит в дверь каждого сердца, да. И во всяком народе есть добрые люди. Апостол Петр об этом говорит. Говорит, удостоверился, говорит, ныне, что Бог нелицеприятен. И во всяком народе, боясь Бога и делающий правду, приятен ему. Не говорит, что он спасется, но приятен. А это уже большое дело, великое дело, да? Потому что и много примеров. Вот пример мне хорошо запомнился, он полезный такой. Там описывается, как один какой-то старец, ну, зашел на рынок. Рынки раньше они были несколько иные. На рынке могли и беседы провести, собирались люди. Да, а сейчас зайди на рынок, проповедуй. Тебя сейчас там эти китайцы, и там исламиты закидают там помидорами и тыквами, чем не знаю. Да. И беседовать с тобой никто не будет. Поэтому Господь допустил вот эти разные мобильники, чтобы человек мог хотя через это получить информацию. Да? Вот. А раньше ходили апостолы по Ареопагитам, там, разным местам, где люди вот, ну, собирались, могли беседовать. Вот. Ну, что Господь? Вот говорит, если бы это было. Мы же говорим, вот потому Господь терпит, Он дожидает, может, из какой-то неверующей, да, семьи рождается человек верующий. Удивительно. А если будет, и это вот читает это чтение на день Архангела Михаила, память всех святых, и упоминается там такое место из Евангелия, куда пришли у господину, да, говорят, господин говорит, не доброе ли семя сеяли мы на поле, откуда же взялись плевелы, то есть сорняки? Он говорит, враг человек сделал это. Эти слуги говорят, хочешь ли мы сейчас пойдем, все подергаем. Он говорит, нет. Как нет? Казалось бы, все сорняки бы уничтожили. Все. Он говорит, нет, не узнаете. Как?
А вот так. И ангели могли не знать, кто родится от этого, вот, ну, отец Варвары. Или кто родится от деда Варвары, или от прадеда. Одного из них уничтожь, Варвары не будет. Ну, Господь говорит, живите. Живите, но стучит в сердце. Да. И каждый человек на суде не скажет, я не знал. Нет, знал, но плоховатенько разбирался. И сказать недобросовестно, а то и совсем не, мне это не надо. Там наука что-то доказала, все. Никакого Бога там нету, и все это ложь, все это и начинают глупости. А как приступишь, ну видите, ну скажите, я вот привел. Ну как наука говорит, что это за ученые? Эти самые настоящие подлецы, или даже хуже слова не найдем, писать такие вещи, когда и заведомо пишет, говорит, наука доказала, что было затмение Солнца, его даже ну, в помине не было. Причем это и в книгах отмечено, да? В книгах других, да, что глупость написана, что написали. Они просто не знали, что. Или не знали, или не хотели знать, или просто сознательно сделали, чтобы лишь бы обмануть кого-то, да? Ну, луна, когда бывает это Пасха иудейская, она всегда полнолуние. Это закон прям так и написан, что только в полнолуние бывает про это Пасха ветхозаветная. А наша Пасха, она вслед за ней, потому что Христос был распят после. Что вы знаменование этого, да. Ну, возьмите опять пророчество от Христа. Вот ведь уже 2000 лет, когда Господь сказал, род лукавый, прелюбодейный, знамения ищет. То есть, да, сейчас знамение, сейчас по всему верует. Дай ему хоть 1000 знамений, если у него душа подлая, гнилая, она не, все равно будет врать. Все же будет болтать, глупости, да? Господь говорит, и знамения ему не дастся, кроме одного. Значит, это одно знамение будет вот всегда. И вот уже 2000 лет оно совершается. Какое знамение? Как Иона был во чреве кита 3 дня и 3 ночи, так подобает Сыну Человеческому быть в сердце земли 3 дня и 3 ночи. 3 дня и 3 ночи. А дальше что? Воскреснуть. Воскресенье, так? Ну, значит, знамение воскресенья будет всегда, и оно совершается вот до сегодня. Как перед каждой Пасхой всегда сошествие благодатного огня. Кто это говорит? Это собираются люди, вот такая какая-то придумывает. Ну, чем объяснить? Ну, это... Люди-то так вот думают, и от того, что они так думают, огонь загорается. Вот, это, ну видите, так ученые больше не могли. И лжеученые, конечно, да. Это как назвать, я не знаю, как какой-то фразеологии такой назвали, да? Да, да. Общее такое какое-то воздействие, и от этого огонь загорается. За все было бы общее такое мнение, да, и сейчас бы, да, и война бы, причина войны прекратилась бы. Но это Бог может сделать за молитвы, да, а просто само по себе, вот что такое, думает, и вот так что-то происходит. Нет, оно совершается, вот, и будет совершаться. Пока будет род лукавый и прелюбодейный, а это будет до скончания век. Записочка-то, батюшка, записочка-то. Записочка-то. Вот это. Да. Ну, писать вот так вопрос такой. Благословите, каким образом? Запоминать заповеди Священного Писания, зубрить, просто часто перечитывать или еще как-то. Ничего не запоминается толком в голове.
В голове каша. Ну, в голове, да, действительно, наверное, запоминается сердце, а в голове там каша. Дух человека, разум человека, сердце. И Господь говорит, от избытка сердца уста глаголют. Да. Ну конечно, ну, сказать, вот, запомни заповедь, эти такое громадное количество, да, и не просто заповедь, а слова какие-то очень нужные, да, да. Ну, трудно бывает, да, запомнить, но, во-первых, для нас очень важно, может быть, мы не можем вот, ну, прям зубрить все заповеди, запомнить, да. Ты запомнил, может, не очень много, но за то, что самое главное, когда ты запомнил эти слова Божии, во-первых, если ты любишь Бога, для тебя эти слова будут драгоценны. Если ты немного даже запомнил, то вместе с этим, да, у тебя изменился дух и жизнь. Господь говорит, слова, которые я вам говорю, суть, дух и жизнь. Это не означает, что все слова ты должен запомнить. Мы не мощные, мы не можем. Вот преподобная Мария Египетская, я вам скажу, каким-то образом жила в пустыне, такая, ну в таком состоянии, да, совсем ногая ходила, и одежды не было. А старец Зосима, когда увидел, да, с ней просил, чтобы она остановилась, дал ей, бросил одежду, да, вот. Она священное писание говорила на память. Как это она могла говорить? Это я уж вам не могу тоже сказать. Духом Святым. Господь давал, вот как-то открывала, она могла говорить слова, да. А вот так вот по-человечески рассуждать, зубрить, конечно, мы слабоваты. Слабоваты. Ну, хоть сколько-то, но зато уже у человека дух другой. Совсем другой. Ты можешь, может, и не будешь все подряд говорить прям слова, хотя их нужно, слова Божии. И много слов, которые легко запоминаются. Легко запоминаются. Только приступи немного, ну, слушайте, или стихотворения какие-то дети, песнопения запоминают, или еще что такое запоминают, да? Совет привечный вы запомнили? Мы каждый раз здесь поем. И сейчас будем петь, вот раздать бумажки, чтобы заглядывали, да. А? Вот. Вот я хочу что сказать. Хоть несколько слов, а в этом слове дух и жизнь. И когда ты человек уже имеет хоть в какой-то мере этот дух и жизнь, у него уже другой разум, другое мышление, Божья помощь в этом разуме. Но говорит, чтобы все выучить, слушайте, этого нигде никогда не сказано, чтобы человек обязательно, ну, все выучил. Ну, у нас, я скажу, один есть, меня просто поражает, да, братья его знают. Это отец Елиазар. Вот сегодня только что, нет, не сегодня, вчера, суббота, подходили ко мне эти старцы. Значит, 747 текстов на память. 747 чего помнит он? 747 текстов на память. Это диакон, который все больше годит? Нет, он не диакон. Он просто ремонтник, там тележки ремонтирует, знаешь, там по огородам. Монахом. В голове каша. Нет, каши не будет. Если там даже слово ты просто, ну неосмысленно. Но это не каша. Когда Господь говорит слова, которые я вам говорю, суть, дух и жизнь, это не каша, это ложь, когда так человек говорит. Да, там пусть оно будет, это слово, где-то в сердце, от избытка сердца, много там в памяти, да? Вот. По
автором как-то систематизировать. Во-первых, само священное писание, оно систематизировано. Нам бы хоть немножечко войти в эту систему. А система – это дух и жизнь. Вот входим мы в систему чего? В систему духа и жизни. Вот слово, оно вот написано. Или вслух говорим? Нет. Это дух и жизнь, а это краски, это звуки. А сам дух и жизнь, скажите, вот любить Бога, каким словом ты ему напишешь? Написала, значит, любишь? Нет. Сказала, значит, любишь? Нет. Надо в самом сердце вот иметь эту любовь. Бог, Богу, да? Дух и жизнь. Имеем жизнь, понимаете, которая... Никаким словом выразить, что это жизнь. Не как-то биолог там скажет, что это за жизнь. Ну, это где-то краешка, и то коснуться нельзя, что это такое жизнь. Жизнь. Вот. Да, Духа Святаго, жизни подателя. Вот. Поэтому этот вопросик, нужно должно понять, сказать, он важный. Очень важный, нужно хоть несколько словечек. Вот. А ще кто любит меня, заповеди мои соблюдет. Ну, много там заповедей. Вот даже каждый раз нас на службе поют. Блажение нищие духом, блажение плачущие, блажение кротцы, блажение алчи жажде правды, блажение чисти сердцем. Ну, я опять назвал, ну неужели это трудно? Ты как сказать, детское такое, да. И подумать над этими несколькими вот этими заповедями, просто поразмышлять, помолиться, и уже сердце изменяется. Сердце очень важно. И Господь говорит: «Сыне, дашь мне твое сердце». Он не говорит: «Дай мне твои мозги», а говорит: «Дай мне твое сердце». Потому что в сердце находится разум, а в голове, ну, это трансформатор. Да, голова, мозги управляют руками, ногами, там все прочее, глазами, ушами, да. Вот, из сердца поступают мысли, и мы можем языком, вот, от избытка, говорит, уста глаголят, да, значит, сердце в разум, не в разум, а в мысли поступает, и можем беседовать. Смотрите, какая польза. Можем беседовать, можем слушать друг дружку, да, видеть друг друга. И мы становимся что? Как-то взаимосвязаны, да? Вот, да. Вот. Друг дружку можем помочь, да. Детишкам помочь. Еще что-то, какое-то словечко. Ну вот, эту заповедь вот какой-то написал. А с кем-то вот так вот посидели, посовещали, ну, и разобрали. Да, почему? А потому что из сердца, избытка сердца, уста говорят. В избытке сердца есть любовь, понятие какое-то. Можно поговорить. Тут еще. Как молиться, если в семье проживает одержимый человек? Сама она в храм не пойдет. Но на этот вопрос, как говорится, вон только что у меня на столе лежит книжка Ефрем, Вотопецкий, по-моему, Афонский, да, кратко отвечает: молись, долго разговора быть не может. Молись за этого человека, кто в семье, вот он не может. Одержимый он держит. В какой-то мере, мы чуть ли не каждый из нас в чем-то одержимый бывает. Один злобствует, другой завидует, другой осуждает, другой... Это что же одержимый? Ну, удерживай, как сказать, молись за себя, за других молись. Друг друга тяготы носите, так исполните закон Христов. Мой отец не крещен.
а возраст его 76. Веры у него и мамы нет. Креститься отказывается. Молюсь несколько лет, что делать? Еще несколько лет прибавь, молюсь. И даже до гроба. Вот. Другого что-то сказать. Прям его взял, вывернул шиворот на выворот, он стал верующим. Да. Ну такого не может быть. Молитва. Вот. Много может молитва праведного, поспешествуемого. Молитесь друг за друга, якуда исцелеете. Никак нельзя. Бог ни у кого свободу не отнимает. Здесь может помогать молитва взаимная, да? Хочет он или не хочет, а ты молись. И молитву Господь слышит. Слышит и по мере вот его души, насколько он может, Господь помогает. Вот. Вот я говорю кратко, если им беседовать пространно, это говорить, что такое молитва и все прочее, это вы сами найдете. Вот. Батюшка, направо посмотрите, человека рука устала у человека. Что? Да человек вопрос, еще вопрос устала, просит женщина. Я не понял, кто? Вот. Вопрос. Сестра хочет вопрос задать. Кто одержимый здесь? Держит руку. Долго руку держит, сестра. Так. У меня вопрос просто, батюшка. Тебя как звать-то? Меня? Да. Ксения. Ксения? Да. Разреши мне. Драться не будешь? Драться? Не будешь драться? Нет, я смиренно, что давай. Хочу задать вопрос, который меня волнует. Да. Меня смутило, я немного разговаривала с одним священником, и смутило заключение вот этой беседы, она не была долгой. В конце этой беседы он мне сказал о том, что вот вы как раз призывали нас спрашивать о спасении души. Это действительно должно волновать каждого человека, и каждый в свое время приходит к тому, что он задается вопросом внутри себя «как?». И всю жизнь идет как той или иной дорогой к этому спасению, если вообще идет. Но все-таки, наверное, идет. И вот в конце этой беседы мне этот священник сказал, что спасутся только православные. Только православные, почти дословно, попадут в рай. Это были... Вот это меня немножко смутило. Я подумала, что есть же православные такие же христиане, как и католики, как, я не знаю, есть разные, сами знаете, протестанты. Это тоже христиане. Значит ли из этого, что из этого заключения, что остальные попадут, это буквально было сказано, что только православные попадут в рай, остальные все не спасутся, попадут в ад. Вообще у нас страна же многонациональная, и патриарх наш говорил о том, что мы мирно там сосуществуем, слава Богу, с разными религиями, да, и с мусульманами, и иудеи, и все храмы строятся, и православные, и католические, и все такое. Вот это меня лично просто волнует. Я не понимаю. Вот в данном случае я не буду вдавать, не призываю вас вдавать. Я не знаю, как бы этот вопрос дошел до тебя, да? Более, как сказать, конкретно, ярко. Представим себе, да? Вот. Какой-то, допустим, человек среди общества очень хорошо знает все, какой-то, закон, к примеру, да? Вот. А прочие, много, да, они тоже, стараются делать что-то доброе, могут быть они разной национальности, разных так. Но до конца вот это то, что этот человек
знает, исполняет и требует, они не могут совсем их взять, уничтожить. Нельзя, потому и апостол, слышишь, что сказано, только что произносили, а мимо ушей. Говорит, удостоверился, что Бог нелицеприятен во всяком народе. Боящийся Бога и творящий правду приятен ему. Вот ответ. Что еще можно сказать? А, тебе надо, чтобы они спаслись? А, вон как тебе надо. Нет, мне не надо. А вот апостол говорит, приятен, а не говорит, что он спасется, потому что он до конца не знает полноты истины и полноты по-настоящему почтения к Богу. Нет у него. И делающий правду, и правду до конца не может, в чем-то нарушает. Значит, вся полнота... И сказать знания, да, почтение к Богу, почтение любви и сказать вот знание, желание делать добро не у всех, но те, которые все-таки в какой-то мере все это выполняют, они, сказано, приятны Богу, приятны. Но сказать, что они спасутся, так Слово Божие не говорит. Они могут пойти в какое-то, ну, может быть, ну, как мы говорим, ну, не просто вот в райское состояние, ну, а где-то с краешку-раюшку, вот так грубо говоря, да? Я согласна, что это может быть какие-то представители, там, лучшие, добрые представители из католиков, просто из христианского сообщества. А даже мы скажем, и даже можем сказать, из бандитов, да. Нет, это понятно. Просто здесь различия чисто есть. Может, православные люди. Но этих бандитов сколько в рай попали. Но другие тоже. Да, допустимо. Что? Для православия. Это допустимо. Но вот это православие-то нельзя понимать, как какая-то формальная. Она должна быть настоящая, и дело, и слово. А если этого нет, значит, он не может сравняться. Бог найдет место каждому, кто чего достоин. Да? И, может быть, и среди христиан будут на дне адова. А вот будут язычники повыше. Макарий египетский, читайте «Жития», идет по пустыне, видит череп. Макарий спрашивает, кто ты? Ну, конечно, святой великой жизни. И тот отвечает, ой, очень, я, говорит, был язычник, идольский жрец. То есть не просто он как язычник, да? И говорит, Макарий, когда ты молишься за нас, нам бывает легче. Поднимаемся вот тогда же, да. Потом зашел вопрос, я не могу вот как четко вот словами выразить. Был вопрос, а там кто говорит? А говорит, а под нами, говорит, крещеные. То есть они приняли крещение, да? Крещение. А только формально. Да, и были наказаны хуже язычника. Так, ты у нас как тебя звать-то? Ксения. Я Ксения. Ксения? Да. Ксения, а ты крещеная? Я покрестилась в 30 лет сама. А я сомневаюсь. Сомневаетесь, что я крещеная? Да. Да что ты там? Ага. Сомневаюсь. Я православная крещеная. Нет, я сомневаюсь. Почему? У крещеного человека могут быть вопросы. И вы же... Церковь, ладно, ладно, это не доказательно, я все равно сомневаюсь. Сомневаюсь. А? Ну, крестись ты. Хоть ты можешь 100 раз перекреститься, а я сомневаюсь. А почему? Наставьте меня. Ах, видите, почему? Наставьте меня, пожалуйста. Что? Наставьте меня.
вот. Если я что-то делаю... Наставь, разбуй, сейчас мы тебя наставим. Наставь. Сейчас. Я за их наставим ее, приехала. А? Сейчас наставим, мы тебя... Я за их приехала. Наставим. Ты читаешь Священное Писание, вот Евангелие? Да. Читала там, как, когда пришли к Иоанну Предтече в пустыню? И что Иоанн Предтеча говорил? Он говорил, что я крещу вас водою в покаяние, да, а за мной грядет, который будет крестить вас Духом Святым и огнем. Так ты огнем крещена? Да. А как это? Мне пришлось испытать. А? Мне много пришлось испытать. Я считаю, что и огнем меня крестили. А? Да. Я не просто так крестила. Кто тебя крестил огнем? Обстоятельства жизненные. А? Обстоятельства привели меня. Видишь, какая выворотливая, а? Нет. Выворотливая. Да, промысел. Иди сюда. Мы тебя сейчас покрестим огнем. Это был мой путь. Иди сюда. Быстрее. Православие. Так, сейчас мы тебе такого огня дадим, что ты у нас будешь гореть. Так. Пожалуйста. Ну ты тихо стой. Я стою. Стой, тихо. Ишь ты. Вот читай слова. Да. Согрейся, сердце мое во мне, и в поучении моем разгорится огонь. Согреется сердце мое. Это во в мне. Каком поучении? В глаголах, а? Языком моим. В болтовне? Почему в болтовне? Я пытаюсь понять. А? В сердце. Я пытаюсь вот понять, что дошло. В законе Божьем поучение. Да. Вот это и есть крещение огнем. И оно будет совершаться до гроба. Да, это крещение. Согласна. Почему? Читала в Евангелии, когда да. Господь спрашивает апостол, чашу, которую я пью, можете пить? Что они отвечают? Ну, отвечают. Я не помню. Она, это я не помню. А то она говорит, все, надо это все, она нет, совсем прям крещеная. Да, а тут даже такие простые слова не помню. Сказать но они могут. Отвечают, говорят, да, можем. Да. Но это было. А что это значит? Чашу, которую Господь пьет, что это? Это страдание. Это не испытание. Да, я не говорю, он говорит, можете? Да. Можем. То есть и каждый человек должен терпеть да. скорби, да. Да, да. И Господь говорит, что нам дается вера, что Господь не попустит искушения больше, нежели человек может понести. Потому они говорят, можем. А потом спрашивают. А крещением, которым я крещусь, можете креститься? Что они отвечают? Можем. А? Можем. Можем. Вот так. Это как так ты узнал? Что-то помню. Это уж по аналогии. Нет, я просто помню. А? Всего наизусть я не помню. Это да не наизусть, но хоть ладно, бывает, вспомню. Ну ладно. Но они же могли бы ответить, Господи, ну ты же уже крещен. И мы уже крещены. Да. Сколько раз макать надо, да? Окунаться? Да. Да? А значит, о чем речь идет? Какое крещение? Вот оно, крещение огнем. Изучать Слово Божие, закон да. Божий. Согласна. Вот, чтобы в поучении да. моем да. разгорится огонь. Да. И Господь да. говорит в Евангелии, огня пришел я во вреши на землю. И как хотел бы, чтобы он скорее разгорелся. Скорей, чтобы ты разгорелась, бери. Вот, давай. Спасибо. Вот, мне вот будешь ты, да. и ты будешь креститься огнем. Еще. И до гроба. Вот и запоминай. Ты говоришь, ой, вот написано, как ты запомнишь? Давай-ка запоминай. Кое-что. Мне буду читать. А? Мне даете? А? Конечно, дает. Это да, но здесь читала? Не все. Нет, я знаю. Кое-чего добавить надо. Хорошо. Потому что вот там есть линейки там в конце. Нет, это, заповеди да. есть. Вот. А кое-какие принесешь, которые здесь нет, мы спасибо. Добавим. Спасибо.
Вот, будешь ты и крещен, и нам поможешь. Спасибо. Да, мы себе огонька вот подали, ты нам кое-что. Нет, у меня вопрос, что? Который я хочу, я ищу ответ-то, я поэтому приехала к вам. Ну вот, ты здесь найдешь ответ, да. Все, Господь тебе поможет, там это, спасибо. Если нужно, колотушек тебе дадут. Хорошо, я буду рада. Что, рада будешь? Конечно. Может, можно сказать, можно радоваться, да. Потому что Господь не попускает, чтобы да. человек впал в искушение больше, нежели конечно. Может. Но с искушением даст избытие, то есть освобождение. Да. Вы слышали, Ксения теперь будет огнем креститься. Ну, у нас уже беседа уже была предварительно, многие знают, уже готовы креститься огнем, и ты теперь будешь. Я столько прижила, что огнем. Буду рада. Во как! И крещение, ты видите, продолжается. Да. Они тоже так унули, раз и все. Абсолютно. И сидит там, ждет. Ох, я крещеный. А сам ни слова не знает. Да. Право, конечно, вот. Нужно знать. Нужно учиться этому еще. Понимать. Нет, ты громче говорю, то я тебе. Но нужно учиться понимать еще. Это Господь сделает. Ты старайся со своей стороны по мере силёночек. Сколько можешь. А все Божие, все остальное от Господа Бога. И способности, и все. О, видите, мне только бумагу. Спасибо. Ну, вот, давайте. Будем радоваться. Да, ну, смотри, все радуются. Спасибо. О, ну, смотри. Спасибо. Спасибо, благословите. Ну, помоги. Садись там, что выставили. Батюшка, еще записки. Три, да, да. Ну, вот эти вот вопросики, которые, в общем, даже я вот их назвал, ну, это по сути дела, ну, на эти вопросы много ответов. И вообще необходимо крайне, которые мы находим в творениях, в писаниях святых отцов. Потому что вот по одному, вот оттуда где-то, ну, можно, да? Но, ну, вот, например, вопрос, как видеть своими мыслями, эмоциями, когда мысли и эмоции переполняют, а хочется быть в трезвом уме. И не попирать, что ли, или под влияние эмоций и мыслей, как себя трезвить. Ну вы на этот вопрос, и все должны вот хорошенечко знать. Во-первых, не забывать, что каждый день у нас должно быть продолжение крещения огнем. Вот это крещение огнем поможет. Это Слово Божие, да? Молитва Иисусова. Молитва Иисусова. Памятование Божие. Больше другого ответа. Потому что когда мы молимся, да, молитва Иисусова, памятование Божие, Господь сохраняет нас. Мы не можем без Бога вот сами что-то сделать. Доброе, настоящее, да? Не сможем. Не можем. В Адаме все умирают, мертвые. Во Христе все оживут, оживут, и будет все понятненько. Когда человек вот живет, вот побольше мыслей к Богу разбирается, ему легко на многие вопросы самому, как сказать, получить ответ. Но обязательно, чтобы была, сказать, духовная, внутренняя эта жизнь. А эта внутренняя духовная жизнь есть памятование Божие. И насколько возможно, вот, ну, слова Божии. Ну, вот на эти слова, ну, какой бы я мог сказать? Как владеть своими мыслями и эмоциями? Ну, как владеть, да, ну невозможно, своими, а я кто? Я грешник и мертвый в Адаме. Ну, что там может произойти, если мои мысли, они не к Богу направлены,
а к князю тьмы, убийца, который лжец и старается оболгать и мысли привести. О, значит, надо это противостоять всему, а держать мысли в Боге. И кажется, много времени мы занимаем, да? Молитовка Иисуса, вот мы совершаем, совершаем. Нет, но молитву, когда мы совершаем, все-таки сердце, разум, он исправляется, освящается. И когда возникает важный какой-то для спасения вопрос, то на него легче ответить, потому что в сердце дух и разум Божий. Может быть, мы даже эту вот и заповедь-то не знаем. А вдруг вот она мысль появилась, потом посмотрел, ой, так я же думал так, как написано. Ну. Как и хочется быть в трезвом уме и не находиться под влиянием эмоций и мыслей, как себя трезвить. Ну. Как укрепить любовь к людям? Ну, невозможно. Ну, первая заповедь. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой, всей мыслью. Сие есть первая и большая заповедь. Ну, это сказать, что я не знаю, не могу запомнить, уж не будем разговаривать. Это только человек психически какой-то невменяемый, который вот не может. А остальным это легко. Вторая, подобная первой, возлюби ближнего, как самого себя. Вот отсюда как укрепить любовь к людям. Как укрепить? Будет любовь к Богу. Больше этой любви в человеке не подобает быть. Любить что-то, кого-то больше Бога нельзя. Это... ну, просто неестественно. И почему говорится «возлюби»? Это как приказание, слышите? Да. Ну, можно ли вот это сказать «возлюби»? А? Ты же долбежка, у нее разума нет. Значит, можно сказать тому, кто может вместить и любить. А когда говорится «возлюби Господа Бога», это о чем говорит? Что Бог сотворил человека так, что он может любить. Видите, какой высокий, важный акт и какое достоинство человека. Он может любить. А любовь – это совокупность совершенства. В любви все совершенство. Если ты любишь Бога прежде всего, который должен, значит, тебе и мысли совершенны, и дух совершенный, и все прочее, да, любовь – совокупность совершенства. Значит, можно противостоять и укреплять любовь к ближним, и как себя влияние, там, эмоции, все будет уже легче, когда будет любовь к Богу. И Бог не оставит, Бог поможет. Вторая заповедь – возлюби ближнего. Да, как самого себя. А кто себя любит? Любит тот, кто любит Бога. Если ты любишь Бога, как может Бог тебя оставить? Скажи, ты друг Божий. Ну, представьте, царь. Могущественный, сильный, да, и у тебя есть к нему любовь, и он к тебе располагается, да, ты от этого что-нибудь теряешь, да царь тебя поставит над каким-то городом, он, ты знаешь, что верный человек, любит, ну тогда, значит, он тебя не оставит, значит, тебе-то от этого не худо, значит, ты любишь себя, а если ты будешь с царем, у тебя какие-то неполадки, а царь тебя вон выбросит на задворки, куда-нибудь на помойку, тебе хорошо будет там? Значит, ты себя не любишь.
потому что ты царя не любишь, да? Благоразумного, говорим, царя, доброго, да? Как это нехорошо. А сказано, возлюби ближнего, как самого себя. Как ты любишь Бога, получаешь от Него все благое. И это ближнему пожелай, объясни. Смотри, люби Бога, и тебе будет хорошо. Да? А если ты покажешь, что ты его любишь, ближнего, потому что ты ему объясняешь. Так будем любить Бога? Будем. Надо обязательно сказать, прилянуть это все, чтобы Бога любить. Все будет хорошо, все будет понятненько. Да. Сейчас я только вот одну еще прочитаю, а то не прочитаю, меня застрелят тут. Так, скажите, пожалуйста, относительно неполного чина крещения. Если не было погружения, а только кропление головы, и есть желание заполнить чин через погружение полное, так как есть чувство неполноты и по жизненным обстоятельствам складывается неполно, неосновательно, как вы относитесь к этой возможности? Ну, вопрос о том, вот мы тоже говорили, ты вот и говорите там, ой, только православные спасутся, да? Ну, а вот там, если кто-то католик или протестанты, вот говорят, я помню, в семинарии смеялись, так, там приехал один преподаватель, да, выезжал то ли в Италию, там где-то наслушался, и что-то говорит, а я, кто-то говорит, а я, говорит, ты не знаю, крещеный. Нет, а он говорит, а нет, а говорит, может быть, ты крещеный. Как ты докажешь? А да как, да мне никак. Ну как, говорит, а может, ты вот проходил где-то, там в доме, а там в это время крестили, на тебя упала капля воды, значит, ты крещеный. Ну, это православное. Нет, это не полное. Ну, что-нибудь на тебя там макушку капнет. Капнуло там где-то. Ну, пол макушки там будет у тебя повыше остальную воду, а там повыше будет макушка там. Ну, я уже образно говорю. Ну, крещение должно быть несомненным. Если человек сомневается, точно не знает, обязательно должно быть перекрещивание, в котором есть дополнение. Крещается раб Божий, аще не крещен. То есть, если он не знает, тогда после этого он знает. Все, каждый должен знать точно, что он крещен. Вот. Ну, подобно и с этой вот, кто сомневается. Ну, сомневается же, не хоть сомневаюсь, чем тебе сомневаться, пойди к священнику и скажи, я сомневаюсь, батюшка, сделал, он вот делает оговорочку. Крещается раб Божий, аще не крещен. Слова только, вот и все. Ну, такие случаи у нас и в монастыре было. Вот, ну, я, говорит, не знаю, мне некуда спросить там, да, вот это. Не знаешь, давай. И взяли, да, покрестили с оговорочкой, и вопрос закрыт. А считайте человек крещеным, если его крестил батюшка на дому? Кто он крестил? Ну. Или в храме, а дома? Ну, а пусть он на дому крещеный, но после этого подобает, вот когда крестят человека, ну, крещеного, если это мальчик или, да, мужчина, его вводят в алтарь и вокруг престола обводят, да. Ну, это можно сделать после. А? После этого не было. Чего? Ну, вот дома как покрестили, вот я сына крестила, ему где-то было 9 месяцев. Вот на дому, потому что в храм нельзя было, значит, там вообще нам. Ну. И что? И что? Ну, покрестили батюшку вот так, и все. Ну, значит, он должен, человек этот, пойти, что объяснить батюшке, он его проведет. Он сначала жил, как сын? Конечно, да. Он тоже с батюшкой поговорить надо.
с батюшкой, значит, его нужно вот так же, вот такой же обряд провести, чтобы вот аще вот еще, или как это? Ну, я говорю, восполнить, когда он придет в храм и провезделают ему. Ну, дома крещен, если должны быть какие-то обстоятельства, которые не допускают, болезнь или еще что-то такое там, это, а? Ну, в советское время нельзя было идти просто. Ну, в вот в советское просто, время можно да, было, но все-таки можно. Пошел в храм, и там это недолго, вы его провели, там это сделать. Да, это нужно вот это сделать. Это нужно. Да, вот. Ну, ну бывает такое, что и не то, что дома-то, а в поле даже крестит. И не водой, а даже травиночкой взять. Ну, представьте, женщина, случилось, что она рождает в поле. А младенчик, она смотрит, может, мы того гляди, вот сейчас умрет. Кто его покрестит? Она берет сама мать. Даже берет, нечем, воды нету, негде взять. Что сделать? Оставить некрещенным. Сама мать берет травиночку и вот так как бы посыпает. Крещается, раб Божий называет, во имя Отца аминь, и Сына аминь, и Святого Духа аминь. И это вменится в крещение. Его даже можно будет поминать. А если когда подрос, что можно, да, то пойти можно все восполнить. Потому что совсем не крещенным, но ничего не сделать, что-то можно всегда сделать. Вот даже такой простой способ. Да. Ну что возможно человеку? Вот, солдат какой-то где-то там, он раненый, он уже при смерти хочет, он не крещенный. Вот рядом сосед лежит, крещается раб Божий, песочком во имя Отца и Сына и Святого Духа. И можно поминать его. Потому что обстоятельства так тяжелые, ради обстоятельств. Да. А вот когда человек вот упирается, не хочет или что-то такое, ну это уже другой вопрос. Да. Ну. Вот. Так, а еще хочу спросить, огнем креститься будем мы? Будем. А то одна Ксения будет там у нас креститься, а мы... Так, давайте. Да, сюда. Поближе подойди, пожалуйста. Как церковь относится к создателям оружия массового уничтожения? Что? Как церковь относится к создателям оружия массового уничтожения? Химического, бактериологического, ядерного оружия? Кто, я? Нет, церковь вообще. Церковь? Да. Господи, мы уже сказали. Я скажу вот так. Наш щит. Я повторю, это уважаю. По-видимому, здесь вот все-таки и сейчас есть, но каждый раз для некоторых, может, приходится повторять. Ну, был здесь, кто-то из высокопоставленных правительственных чинов вот за этим столом, чай. Мы, значит, пили, да? Ну и беседовали, сидят они тут вот, по-моему, трое или четверо там их, да? Вот. Ну, беседовали, о чем беседовали? Беседовали о чудесах, о благодати, о огне. Слышали, да? Еще что-нибудь такое, да? Но я чувствую, как-то они вяленько так на эту тему, вяло. Ну, думаю, чем же ж их вот расшевелить? Ну, как же это, думаю, продвинуть. Тогда я говорю, уважаемые, вот если вы хотите, сейчас мы чаю попьем, помолимся, и я вам покажу чудо. Они так головки-то вертели туда, так, и ничего не ответили. Я говорю, слышите, еще повторяю, и вот если хотите, вот мы сейчас помолимся, я вам покажу настоящее чудо. Они так слушали, сейчас так повертели. Опять промолчали. Я третий раз еще спрашиваю, уважаемый, если хотите, вот я
сейчас мы только вот, вот кончаем, помолимся, и я вам покажу настоящее чудо. Так, так странно им показалось. Так опять промолчали. Ну, то есть они, по-видимому, подумали, что я им фокус покажу. Да? А я говорю, настоящее, говорю, чудо. Ну, потом еще, по-моему, раз, да, уже, когда уже стали молиться, они так. Я скажу, настоящее, то они, ну давай. Вот такой интонации, да. Ну, то есть, не имея вроде бы никакой надежды, думаю, что какие-то там покажу. Хорошо, ладно. Выходим там на крылечко, там ступенечки у меня с ногами, там я сел на скамеечку. Так вот, становитесь вот тут рядом, а мне приведите лошадку. Привели лошадку, верба как увидала меня, обрадовалась, ой, Цукерман. Сразу подавай сахар, просить, да. Ну, сахарочку всегда дал ей, сахарочку, хлебушка. Потом, верба, дай мне лапу. Она раз лапу дает. Верба, мне эта лапа не нравится, давай мне другую. Она раз берет другую, подает. Да, я им говорю, знаете, уважаемые, это не чудо, это дрессировка. Вот, я могу отдрессировать, она вот вверх ногами на спину ляжет. Это дрессировка. А я чудо, говорю. Вот, ну, смотрите, говорю, внимательно. Вот. Верба, иди сюда. Подошла. Беру за пасть ей, так приоткрываю. Говорю, глядите туда. Они глядят. Я говорю, видите чудо? Нет. Я говорю, верба, открывай еще побольше. Побольше открывай. Говорю, смотрите внимательно. Они смотрят, смотрят. Я говорю, видите чудо? Нет. Ну, верба, давай еще побольше. И раздвинула нас. Вот. Ну, смотрите. Они смотрят в пасть. Видите чудо? Нет. Ну, говорю, толковать уж. Говорю, мы не будем. Я только это сделал просто для того, что кого закон. В законе слова такие. Открый очи мои и уразумею чудеса от закона твоего. Ну, очи открыть, эти, они же открыты. Значит, надо сердечное что-то дать, да? Ну вот. Ну вот я говорю, не будем с тобой толковать, а то сейчас начнется там это философия, там разная, там это, да, вот, эволюция, дуралюция, там и все там это. Ну, и давайте мы еще продли внимательно, посмотрите, вот, на саму лошадь. Внимательно посмотрите на лошадь. Они смотрят, смотрят, смотрят. Я говорю, ну видите чудо? Они, лошадь. Я говорю, смотрите еще внимательнее. Они смотрят ее со всех сторон. Ну, видите чудо? Они опять, лошадь. Так еще ну внимательнее смотрите, да. Они уже чуть под лошадь не залезли. Да. Ну, видите чудо? Они опять, лошадь. Ну, тогда я говорю, все, давайте вот мы сделаем так. Лошадку поставили под елку. Так, а тут на горизонте самолет летит, да? Полоса такая, так. Я говорю, вот лошадка, вот возьмем тот самолет, поставим сюда. Ваши машины все тоже сюда поставим. Машины всего Козельска, всей Калуги. И говорю, вообще... Всю технологию земного шара, всю сюда поставим, да, вот, все. И я вам скажу слово, которое вам покажется неприятным и горьким, да, да, неприятным очень, да, но зато истинным.
Они: какой? Я говорю: вся эта технология по сравнению с этой лошадью не что иное, как блевотина. Глаза на лоб. Как сказать такое слово? Столько ума, столько электроники и все прочее. И вдруг какая-то ложь. Я говорю: да. А скажите мне, уважаемая, что такое технология всего земного шара? Что это такое? Так помолчат, никто сразу не догадается, но я подсказываю. Ну ведь это же конструкция, так или нет? Конструкция, кто-то что-то конструит. Да, конструкция. Они согласились, да. Я говорю: а лошадь – это конструкция? Они как один: нет, твой один творение, другой творение, другое создание. А кто-то? Если они это творение, значит, есть творец. А если есть творец, то перед нами чудо. Вот я вам чудо показал. Я говорю: а вот яблонка вон там растет, это конструкция? Нет. О. А цветочек – это конструкция? Вон там у нас нет. Это конструкция там, скажите. Конструкция? Творение. Нет. И тогда я спрашиваю: а вы слышали, уважаемые, чтобы за тысячи лет хотя бы один конструктор нашелся, который бы хотя клопа живого сконструировал? Вы не слыхали такого? И они говорят: нет. А может, услышат? А, нет, не получится. Вот где наука. Вот там Слово Божие говорит: поучался в законе Господнем день и ночь, в творениях руку твоею поучался. Не сказано, в конструкциях поучался, а в творениях. Почему? Да потому что творение Божие не приведет к атомным и водородным бомбам. А вот эта конструкция, она уже вот она подводит, и кончится очень печально. Если к Богу, а Бога от Бога отвратимся, а будем только за конструкцией держаться. Вот приблизительно ответ на ваш вопрос. Вот что это, какая опасность это держаться за конструкцией. Конечно, нам Бог не запретил быть конструкцией. Это все сатаны, с попущением Бога. Телега. Конструкция? Конструкция. А лошадь? Ну вот видите, вместе поехали. Потому что вот эти вот все, ну я в Сарове так часто бывает, там, например, это, которая ракета у нас на вооружении стоит, и знаете, как называют, с разделяющими боеголовками? Сатана. Ну, название американское, да. Ну вот видите, человек, вот как только от Бога удаляется, да, удаляется, он подпадает под власть врага, лжеца. А оно кончается, сказать, печально, потому что сатана знает, что его конец приближается. И потому он лютует, и конструкции, знаете, подсказывает, какие надо делать, вот, и что это делать. Вот мы, церковь, так может рассуждать, и это подтверждается самим Словом Божиим. Не просто вот мы решили сами по себе, в голову тебе это вошло рассуждать. Мы это реально видим. Но с другой стороны, извините, без этого нас бы размазали уже давно. Что? Без этого оружия нас давно бы уже размазали. Нет, нет, неизвестно. У нас много примеров, когда такие были оружия, такие были враги. И вдруг на них ужас нападал, убегали, все бросали. Это не избежать, и масса истории, это не только история
Священном Писании, это в самой вот в социологической, в социальной истории масса. И не отрицать этого никак никто не может. Да. Ну, насколько таких примеров? Поэтому осторожненько, осторожненько надо жить. Вот жить в творениях руку твоей получаться. Через творение мы познаем Творца. А выше этого, ведь Бога не видел, никто никогда видеть не может. Мы можем Бога познавать через творение. Да. Вот, язычники сказано, не зная закона, естеством законное творят. Слышь, Ксения, там спрашивал. Даже, говорит, естеством законное творят. Поэтому и язычники могут быть, как-то сказать, быть потихонечку могут и приходить к Богу. Или подняться до какой-то все-таки высоты. Ну, есть язычники, которые добросовестно поступают. Вот один, я ходил до этого начала, там, говорит, старец на рынок пришел, подходит к одному мальчику, который ослика продает. Да? Он к нему подходит. Мальчик этот, язычник, начал ему говорить, вот он ослик мы продаем, но у него вот такая-такая-то вот болезнь, потом было тот и тот, все ему рассказал добросовестно. А потом подошел дальше, пошел, там тоже мальчик такой же, тоже ослика продает, и сразу видно, что он больной. А он его начал расхваливать, такой-такой-такой-то. Он ведь уже разное. Этот лжет, будучи христианин, а этот язычник правду говорит и добросовестно хочет человеку, не хочет обмануть, а хочет дать сделать так. И на нас лежит обязанность. Вот скажу даже, у нас вот, ну, у наших лошадки жеребятся, да, мы могли бы, чтобы освободить лошадку раньше времени, взять его, оторвать, да, а мы знаем, что жеребёночек должен мамашу питать от мамаши 6 месяцев, потому что ничто, никакое, сказать, питание, кроме материнского от молочка, столько пользы, добра для здоровья, для жизни не сделает. И потому мы, хотя знаем, что отдадим его кого-то, а перед Богом мы должны выполнить это. И мы этого же ребеночка все питаем, он уже большой. Одного отдали, другого отдали, лошадку какую-то. Мы делаем все по совести. И удостоверяемся, сделали по совести, только вот отдали. Да. Смотрим, нам кто-то что-то пожертвовали, подарили. Как так получилось? Как будто и прям удивительно. Вот я прям скажу, мы сидим и переживаем, у нас нет горючего. Кончилось, и купить нечего. Да, негде. В этот момент тут же мы сидим, нам сообщение, что нам жертвуют 5 миллионов на, специально на горючее. Кто? Скажите, я до сих пор не могу человека знать. Да. Но 5 миллионов это на 5 месяцев, потому что большой расход. Миллион в месяц, даже с лишним, на горючее уходит. Вот, ну, тяжелый плод. Вот тотчас сразу, только мы что-то сделали, тотчас нам пришло, были просто. Это один из примеров, я сказал. Да. А сколько бывает подобных примеров. Да. Ну. Вот видите, как мы замечаем. Вот все мы, как на ладошке у Господа Бога. Да. Все видит Господь и делает добро, любить Бога. Любить. Бог в долгу не останется. Нет. Все Божие. Вот. Так, тебя как звать? Георгий. Георгий, ты огнем крещен? А? Плоховато? Давай, бери крестить огнем. На тебе зажигалку. Вот. А Матерь Божия может присниться во сне? А? Матерь Божия может во сне присниться? Что, Матерь Божия? Во сне может Матерь Божия присниться? Матерь Божия может, да. Вот, но самое надежное, это осторожно все равно. Самое, как считают, да, с нам
не нужно особо доверять, это можно очень жестоко ошибиться. Так, ну вот крест бывает, сатана креста боится, потому что он этим же крестом, если он его покажет, он им же и сам себя сожжет. Ну, все равно в отношении снов святые отцы предупреждают, очень опасно. Бывает просто, ну, как говорится, сонные такие грезы, да, когда у человека, ну, вот занят какими-то мыслями, да, вот, лежит, чуть-чуть приуснулся, тут что-то такое приснилось, да. Не нужно. Не только снам, а даже какое-то вот бывает прям чуть наяву, прям какое-то видение или что такое. Быть осторожным. Вот самое драгоценное. Спасибо. Слово Божие. Ничего. Вот. Изучай. Ну. Так, ну похлопаем, а то мы все к Ксению хлопаем. Вот. Крещены огнем. Да. Да. Да как тебя звать-то? Георгий. А у тебя сколько детишек-то? Было двое, один остался. А? Было двое, остался один. Нет, дорогой, тебе надо, чтобы ты такой здоровенный, тебе можно 20 родить. Да, у нас все обязанные мужчины, женщины, все должны родить вот где-то в пределах. Ну, средняя нормочка человек 20. Все обязаны. Да. Нет, не отказывайся. Апостол Иаков что говорит? Обративы грешника, там вот написано, от заблуждения пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов. Какого-то приведешь ты человечка к Богу, это ты его родил. А давай-ка человек 20 роди. Вот. Да, все, у нас такой закон, все должны рожать. Все. И мужики, не, мужики больше должны, по-моему. Вот так поработает. Не, ну иногда женщины очень хорошо рожают. Так хорошо могут обращаться, беседовать. Даже бывает порой часто лучше получается. И, пожалуйста, это роди человека, духовное рождение, конечно. Не какое-то такое, не будем, может, так говорить, а духовное. А для духовного рождения закон Божий надо знать, чтобы ты огнем крестился, продолжал бы, изучал Слово Божие. Вот тогда кого-то и родишь. А сказано, блажен имя чада в Сионе. То есть в Царстве Небесном, чадо. Ведь можно и по плоти родить, а он у тебя кажется какой-то вот не такой. А когда ты человека к Богу привел, он для тебя самый первый, лучший, может, друг, ты для него отец, он тебя будет любить, и ты его будешь любить, да. Вот. Вот это рождение требуется. Это обязательно. Будет это рождение, будет выполнение, будет. Да, Господь помилует Россию и отведет вот это все эти ракеты, или как они там это, все устроит Господь, все в руках Божьих. Да. Ну. То. Еще там одна записка. Анатолий, ну, что ты тебя этот, рожать будешь? А давно ты договорились, да. Не родила еще никого? Мне страшно. Вчера рожала. Что? Вчера рожала. Вчера? Как раз много паломников было. И поймала. И удачно, да. 5 или 6 человек. Ну давайте, давайте. Давайте, это наша обязанность рожать. Духовно рожать. Духовно. Это доброе, святое дело. Любовь к ближнему. Выше этого ничего нет. О, Ксения, смотри, кто бы это у нас нарожала. Я готова.
где же бы самой правильным путем идти, прежде всего. Да, да, да. Самой надо правильно. Ну, конечно, конечно. Правильно обращать. Но это дело церкви. А то нарожаешь каких-то одноногих там. Мы ждем наставления от вас. Вы нам вот помогаете. Давай. Идти правильно. Как? Это что, время? Уже 8 часов? Да, 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 да. А мы позднее начали вроде, да? Да, да, мы 6 начали. Ну ладно, давайте еще вот немножечко. Больше, вот это вот записывай. Читывай. Не читывай. Ну, такой же вопрос, как сохранить семью, в которой есть дети, если твое отношение к церкви не разделяют или просто от этого хотят остановиться. Но это опять тот же вопрос. Но ничто не может заменить молитвы. Не может сказать какое-то прям магическое какое-то, знаете, вот действие, что ли. Сейчас что-то сделала и стали веровать. Но такого не бывает. Но когда человек молится, то Бог воздействует. Молитва не пропадает. Вот это хорошенечко надо запомнить. Молитва очень важна. Обязательно молиться. И приходит времечко. Ну, бывает часто, ну, я скажу, вот, очень начинают как-то надавливает, ему возраст вот где-то 13-14 лет, и вот насильно как-то старается, а в этом возрасте он противится. Глупые какие-то такие вопросы, которые вот мы вот говорим, что он ссылает наука, там что-то, наука какая, какая там наука. Ну, скажите, вот я даже читаю, у нас где там наука, Наталья, ты здесь у нас? Нет, она на службе. На службе. Ну, она же ветеринарка, да? Здесь. Она. Вот она, да. Наталья. Она когда-то лет 11 назад занималась лошадками и верхом рекорд ставила на лошадках. Даже есть альбом там, как тебе, запев был, да? Вот у ней был запев. Даже конь там, она его узнала прям по фотографии. Да. Вот. Вот. И значит, я этот альбом вначале читаю, думаю, ну, получить какую-то информацию просто о лошадках. Ну, часто люди желают прийти на конюшню, посмотреть наших добрюшек. Лошадки, они такие добрые, помощнички, да. Вот. Но мне что-то надо знать. И вот я читаю. И знаете, меня поразило опять. Там написаны такие слова. Где-то или 300, или 500 миллионов лет назад, вот такое выражение, лошадь была как лиса. Вы слышите? Рассудите немножечко. Если это сказано, рассчитано на глупых дурачков, на детишек, или на людей, которые не привыкли вот как-то анализировать и просто логически мыслить. Ну, скажите, так, 500, ну, я уж не говорю, если 500 или даже еще больше миллион, ну, лошадь была как амеба, может быть, а потом счет такой, они ученые берутся, да? Скажите, пожалуйста, 500 миллионов лет. А что в это время, да, пока лошадь была как лиса, пока она возрастала, а что в это время бедная луна делала? А? Она 500 миллионов лет должна точно вращаться вокруг Земли. Или Земля точно вокруг Солнца. И Солнце точно по своей орбите, и попробуй пролети где-нибудь какая-нибудь комета. Этого нельзя. Ну, кто этим будет управлять, я не знаю. А если пролетит какая-то,
комета или еще что-то, то орбита-то нарушится, понимаете? Да? Значит, или все погорит, или все померзнет. 500 миллионов лет точно вращаться, это только вот сумма. У кого с умом не в порядке, он может поверить это. Нарушения в космосе какие-то пролетают, может, где-то встречные какие-то, знаете, ну, созвездия или еще, ведь нарушается при силе тяготения, или она влево, или вправо, или туда, и все, целая катастрофа. И прямо пишут, ты ничего не думая, 500 миллионов, ну слышите, представьте, миллионов. У нас еще несколько десятилетий, уже сколько таких трагических. Возьмите Тунгусский метеорит, да, который вот упал, целая катастрофа произошла, да. Ну, или же вспышка на Солнце произошла. Да, может произойти какая-то радиация, или еще там что-то, много всяких событий, да. И писать такие вещи и слушать, надо в кого превращаться. И который человек пишет это, или он просто, или сам себя обманывает, или просто людей специально надувает. Вот. Ну как это можно представить? Это же не 5000 лет даже. За тысячи лет сколько произошло событий. Всемирный потоп, еще разные там, еще всякие. А это 500 миллионов. Не один миллион какой-то, или не полмиллиона. Как мы живем 5000 лет, сколько уже событий. И писать такие, слушать такие вещи, просто противно, омерзительно, когда явно видишь, вот себя просто надувают, обманывают. И под видом науки. Такие доказательства, что наука, ой, думаешь, ну что же это за такая наука. Ну. Так, батюшка, а как быть, если видите ученика Григория, Василия, ученика Григория Василия Нового, человек отказывается принимать как церковное предание, потому что это видение о страшном суде, и как видение ему нельзя верить. Скажите, как убедить, что это откровение, а не просто видение? Я не пойму, что где это написано, что это видение. Это откровение, почему видение? Это Слово Божие. Это видение о страшном суде. Ну как ты их сам Господь говорил о страшном суде. Это с самого начала Священного Писания все, да, даже вон эти магометане ждут страшного суда, и Христос судья, они его признают, будет судьей. Да? Ну, как сказать, принимать как церковное предание. Что значит предание? Это не просто предание, это откровение. Открыто нам, не просто предание, как можно назвать, я уж не знаю. Ну, церковное предание, можем мы назвать, что женщины должны ходить в подобающем виде. Ведь смотрите, как сказано, проклят всяк мужчина, одевающий женскую одежду, и женщина, одевающая мужскую. А женщина не просто мужскую одевает, а полуголая ходит, скажите. Это же проклятие. И когда вот женщина вот в таком виде идет, обмотанная здесь. У нас теперь новая специальность, раньше были братья дежурили, вот
на святых вратах. Потом стали отказываться, лучше я уйду из монастыря. И нам пришлось ставить на святых вратах, ну, мужчин, да? Но такая профессия. Повивальные мужики. Вот зарплата такая, такая. Ну, ну это мужку, кто хотите, там повивальные. Понятно, юбки одевали, не пустуха. Ну тут надо такие, такие кулаки, чтобы были, да. Какую-нибудь бабу остепенить. Разорвется, понимаешь, и там. Ну. Но если она в таком виде идет в храм, на нее ложится проклятие. Она уходит проклятие, может вплоть до беснования. И такие бывают случаи. Когда дерзает вот так нагло входить в таком виде, да. Причем так, намотается, намотают повивальные мужики, а потом за ворота вышла, размоталась. Там Бога нету. Здесь есть, а там нету. А здесь, скорее всего, не Бог, а мужики, которые ее там это, или за шиворот выпроводят, или вот куда-нибудь, ну, что поделаешь, так. Вот подумайте, да. Ну, а вот, вот такое времечко нам приходится жить. Что делать? Ну, ну, тут и здесь есть. Это не какое-то предание. Предание это вот, ну, ну, к чему-то привыкли, да? Привыкли. Ну, допустим, есть предание, может быть, как сказать, параллельно с божественным откровением, да, от предания, вот, допустим, как одеваться, сказать, в храм, в обществе, одежда какая должна быть, и там, потому что есть предание там в одном, там, ну, какая-то одежда темная, такая-то и такая-то, но однозначное откровение должно быть целомудренно. Вот. Больше никакого быть не может и другу. Вот. В Царстве Божьем Господь говорит, это не предание. Да? Не женится, ни замуж не выходит, но пребывают яко ангелы Божии. Да. Вот так. А то попадет в рай в таком виде, скажет, а я замуж хочу тут выйти. Ну, хотите выйти, скажите, вы же выбирайте себе мужика, идите там в ад. Нет, человек есть образ и подобие Божие. Нельзя нарушать. Нужно любить Отца нашего Небесного. Ну, ну, вот эти вопросики, ну, они такие довольно простые. Так, ну, что еще? Ой, все, лошади плачут. Теперь все. Да. Ну, что, тогда пропоем. Совет привечный все выучили. Певечки, певечки, давайте. Совет привечный, открывая тебе от раковицы, Гавриил пристал, тебе лобзая и вещая. Радуйся, земле насеянная, радуйся, купино неопалимая, радуйся, глубино неудобозримая. Радуйся, мостик небесе приводяй, и лест
высокая, Юже Иаков виде, радуйся, Божественная, стану маны, радуйся, разрешение клятвы, радуйся, Адамово воззвание.